Привет, дорогие мои друзья и гости моего канала. Сегодня я получила посылку. Это растение пришли мне с Европы, друзья. Заказывала несколько сортов я бересклетов, друзья. Вот так вот они пришли. Вот в таких вот маленьких горшочках. Небольшие. Вот. Также мне пришли саженцы, пришли в маленькие, в кассетах, значит, С2. Я их сейчас пересадила. Я уже не стала распаковывать коробку, показывать, как я это все достаю, потому что ролик затянулся бы очень надолго, друзья. Вот я сейчас пересадила вот эти вот маленькие саженцы каликарпа. То есть еще его называют красивоплодник. Фотографии я буду вставлять обязательно. Очень красивый. Понравился мне вот такой кустарник с такими перламутровыми фиолетовыми ягодками. Очень красиво смотрится, друзья. Я заказала. Заказала как и для себя, так и точно так же и буду размножать и на продажу, друзья. Вот. Растения уже спят, как вы и видите, да? То есть растения спят. Спросите, куда я их сейчас дену. Естественно, я это все дело вынесу на улицу, прикрою двойным слоем укрывным материалом, и это все пойдет, друзья, под снег. Вот. Также несколько сортов я заказала. Это бересклеты. Это Кэти, но Кэти у меня есть, я еще заказала, то есть как бы на всякий случай, чтобы было побольше. Вот такой варигатный, это японский сорт. Также японский сорт, это, сейчас скажу, какие я заказала, Gold Rocket, японский бересклет, тоже варигатно смотрится, видите, очень красиво. Вот, и бересклет Фортуна Блонди. Фортуна Блонди. Вот такой вот тоже кустовой бересклет. Очень красивый. Сейчас очень популярно в наших садах размножать, высаживать бересклеты. Это красота, конечно, друзья. Что еще я хотела сказать? Что еще я заказала? Заказала для размножения. То есть это падуб. Аргентея, Маргентана называется. Фотографии я еще раз говорю, буду вставлять. Вот, это я по одному кустику заказала. Это я для себя заказала. Ну и потом, возможно, может быть, буду черенковать. Магнолия Рики гибридная. То есть это одна из морозостойких магнолий, которая может у нас выращиваться в Сибири. Вот, также я заказала два кустика, это пришли они в контейнерах P9, то есть гортензия дуболистная, Black Porsche. Очень красивый сорт. Заказала два куста. Тоже отправлю сейчас все это дело на улицу. И потом где-то в январе месяце, где-то в конце января я занесу горшочки домой и буду их, как говорится, ждать от них черенки. Буду черенковать их. Вот. Ну и вот эту вот красавицу. Вот эту вот сосну. Сейчас покажу, друзья. Очень неудобно. Вот эту вот сосенку я заказала для себя, конечно, друзья. Вот. Конечно, эксклюзив. Вот такая вот сейчас. Вот такая вот красоточка. Видите? Название, смотрите, чтобы вы видели, да? Это одна из карликовых сосенок. Сейчас я даже тут ее, как говорится, перевела. Сосна Шверина Ветхорст называется. Сосна Шверина Ветхорст. Вот такая вот карликовая сосенка. Очень медленно растет. То есть за 10 лет она вырастает всего 80 сантиметров высота. И 50 сантиметров ширина. Вот такая вот красотка. Я думаю, что такую красотку стоит высаживать, да. Она очень медленно растет. И куда-нибудь там к Альпийским горкам, там, да. То есть, где хвойники. Очень красиво будет смотреться. Быстро она не растет, еще раз говорю. Поэтому, я думаю, стоит высаживать такую красоту. Вот. Вот такие вот саженцы я получила. Я довольна. Буду выращивать.
буду также и вас радовать. Вот. Ну и, конечно же, кому понравился мой ролик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем вам хорошего настроения, тепла вам и добра. И хочу пожелать здоровья вам и здоровья вашим растениям, вашим садам. И до новых встреч. Пока-пока.